Так а это вот считается на... Это уже путик какой-то, да, Юрий Анатольевич? Юрий Павлович? Нету. Путика это... нету здесь, да? Нет, только на рыбалке, да, на уток, на охоту, да. Ага. На какую, только кроме уток, еще какая может быть охота? На оленя, на лося. Вот видишь, там утки сидят на полке. Да. Угу. Как они называются правильно? Манок? Чучела. Чучела? Не, манихи, ты же сказал. Ну, манихи это местные. Ну, к нам местные и надо. Да, нам без, без перевода, пожалуйста. Без литературного перевода. Угу. И как вот, это же по весне, наверное, на уток, да? Да, да, да. Ну и как вот, вы берете вот этих чучелов? На озеро посадишь и сядешь. И сядешь, да. И корову что? Корову называют. И ждете? Когда подлетит утка. И сколько так можно высидеть? А хоть сколько сиди, хоть день, ночь сиди. Ночью-то, наверное, тяжеловато. Почему тяжеловато? Ночью и охотится. Да? А как попасть можно ночью? Весной-то светло. Уже светло? То есть это как, когда весной? В мае? Как охота откроется на 10 дней, так выходится. А когда открывается, я не в курсе. Почти... Это в апреле, в мае? Как погода? По-разному. Может, в мае. Обычно с 9 мая. Всего 10 дней сезон открывали охоту на охоту? Всего, да. Mm-hmm. Это вечерняя охота. И сколько за 10 дней можно настрелять? Как повезет? Насколько ты способен сам? Сколько у вас максимально было, помните? Я не считаю. Вы не считаете? Ну, тяжелый мешок у вас после охоты. А здесь прямо потрошат или разделывают добычу-то? Ну да, здесь отеребишь, разделаешь ее. А перья куда? Перья домой, подушки, перины. У нас же есть, да, одеяло, которое бабушка делала из перьев, из этих, из пуха, так, пуха, да? Да, да. Так не одно. Чучело. Чучело. Покажи, где-то на. Так а это чучело вы сами тоже делали, да? Попросить. Зачем? Оставь. Зачем они уж плохие старые. А что это? Как это? Что это к ним утка называется гоголь. Название его гоголь. А грузил зачем? Грузил зачем? На вот тут посадили, так унесет. А, это якорь? Грузила. Ее, да. Это прямая вот что ли уток? Да, да, да. Да, вот их на озеро, да, сажали вы? Ну, на озеро, наверное. А много надо посадить? А сколько у тебя есть? Ну, вот у вас всех? Пока сейчас две, да? Нет, там еще. А, там еще есть. Там, наверное. Утка к стае своей тянется, да? Больше десятка надо садить. Больше десятка? О, чтобы была стая. По телевизору посмотрите, там целых стада посадят.